Всем здравствуйте! Меня зовут Лариса Подлегаева, и я рада приветствовать вас у себя в гостях. Сегодня я хочу показать свои продвижения по скатерти. Напомню вам, что вяжется она у меня в рамках совместного проекта «Свяжем скатерть». У нас там участвует 17 девочек. У всех уже вышли видео вступления, уже все показали свои процессы, все поделились своими планами. И с 1 июля у нас начали выходить отчетные видео о продвижении. Так, напомню, из чего я вяжу свою скатерть. Это пряжа ажурная от Пехорки. И вяжу крючком я ее номер 2. Связано у меня уже здесь 2 моточка. И я вот только что начала третий моток и даже еще одного ряда не вывязала. Что по схеме? Какой объем скатерти я уже вывязала? Я показывала, что схема у меня состоит из 4 листов. Вот, вы можете видеть, что это первая часть. И вот она, вторая часть. То есть по рядам половину скатерти я уже вывязала. В скатерти получается 104 ряда. И я, по-моему, здесь 51 или 52 ряда уже связала. Это если считать по рядам. Но поскольку ряды у нас, каждый ряд все становится больше и больше, то, конечно, по объему работы я еще не достигла середины. Но вот если у меня уже здесь связано 2 мотка, то я думаю, на вот эти оставшиеся, вот так это будет, на оставшиеся ряды у меня, наверное, 3 мотка точно уйдет. Ну, может быть, 4. То есть, я думаю, 5-6 моточков я уложусь этой скатерти. Вяжется она очень хорошо, легко. Я несколько дней вообще ничего не вязала, кроме этой скатерти. Вот просто я релаксировала. Я брала вязание в руки и наслаждалась. Так, что еще рассказать? По сантиметрам сейчас она 70 сантиметров. И получается, что готовая скатерть будет размером 1,40 м. То есть я уже понимаю, какой стол мне нужен будет. Но стола у меня пока что нет. И даже вот, чтобы вам показать эту скатерть, вот так, как она выглядит, всю эту красоту, я прибегла вот такому способу. Я нашла платье синее и расстелила подол. И вот так вот вам демонстрирую всю эту красоту. Сама себе думаю, что когда я свяжу эту скатерть уже полностью, постираю, отпарю ее, то я, наверное, даже не постесняюсь ходить в мебельный магазин и попрошу там, чтобы мне продавцы разрешили сфотографировать где-нибудь на круглом столе эту скатерть, чтобы самой посмотреть, ну и, конечно же, вам показать, что у меня получилось. Если вам интересно следить за продвижением моей скатерти и за продвижениями скатерти, какие вяжут девочки, обязательно проходите в описании. Нас 17 человек. Красоты столько вяжут девчата. Кто-то вяжет и по 2, и по 3 скатерти, вяжут дорожки на стол красивые. В нашем совместном проекте 3 спонсора. В списке тоже указано, кто является спонсором. Так что смотрите, вдохновляйтесь и вяжите вместе с нами. Если вы вяжете за кадром, то вы можете, например, тоже показывать нам свои работы. На Яндексе можно прикрепить комментарии к фотографии. Нам тоже будет всем очень интересно посмотреть на ваши работы. Спасибо всем за просмотр. Всем добра!